Ну что ж, меня зовут Виталий Павлов, рядом со мной Сергей Харламов, игрок новосибирского Джокера и игрок сборной России. Сергей, ну в первую очередь поздравляю с классным началом КФЛ, победа над Иствудом 5-1. Какие впечатления от той игры и от своей игры в том числе? Два гола, две голевые передачи. Что испытывали сразу после победы? Ну, от победы только положительные эмоции. От голов, ну, конечно, приятно, но самое главное, что сумели выиграть. Немножко сыграться, притереться друг к другу. Но я так смотрю... Еще хочу поправить не два, а три гола. Да, три гола, вот так. Сергей меня поправляет. Сегодня тоже, в общем, важная встреча, да. Естественно, настрой только на победу, я прекрасно понимаю. Вообще, расчет на то, что вы ходите с первого места, как-то между собой же обсуждали наверняка этот момент. Важно с первого или не важно с какого? Ну, я думаю, то, что не супер важно, конечно, но хотелось бы первое место занять в группе. Там всегда приятно занимать первое место в группе. Поэтому я думаю, что да, важно, в принципе. Ну, Сергей, вы попали в символическую сборную, с чем мы вас поздравляем вместе с нашим партнером 1xBet. Вручаем соответствующий подарок. Можем ожидать от вас, что и завтра тоже подарок вам будем вручать? Это всегда, конечно, приятно, повторюсь, но самое главное – побеждать командой. Это самое главное. А то, что погода сейчас такая, прошел серьезный ливень в Москве, по мне отчасти тоже это можно заметить. Как-то сможет сказаться серьезно на игре или это не важно абсолютно? Надеюсь, то, что не скажется. Ну, у всех одинаковые условия, поэтому ничего страшного в этом нет. Конечно, хотелось бы, чтобы погода была немного получше, покомфортнее, но ничего страшного. Обе команды будут в одинаковых условиях. Спасибо большое, Сергей Харламов. Удачи в дальнейшем. Виталий Павлов специально для вас.